приходим в этот мир с закрытыми глазами. И многие всю жизнь так и живут. Мы слепо идем за любым вождем, лишь бы нам дали шанс наполнить свою жизнь смыслом. Для меня это был десант. Полгода назад мы с моим лучшим другом Уиллом стали солдатами. Мы оказались на другом конце света, в Южной Корее. Братья по оружию. Нам часто приходилось туго, но я всегда знал, что могу на него рассчитывать. Веселей, Митчелл. Все не так уж плохо. Ну ничего, сейчас начнется. За этим мы сюда и пришли. Ну, мой отец был морпехом, так что у меня особого выбора не было. Вот как? Я тоже здесь из-за отца. Хотелось убраться от него подальше. Ну, дальше уже некуда. Так, внимание! Слушайте! У нас приказ проникнуть на Эпсилон. Быстро и грубо, как мы вас учили. Во всем разобрались. Все знают, куда идти. Ура! Все готовы? Ура! Ну, поехали! Митчелл, Айронс, вперед! Работаем. Северные корейцы напали на Сеул. Мы сумели дать им отпор. Это было не задание. Это было посвящение. Всем привет. Мы начинаем играть в игру. Играть в игру, да. Тавтология. Ладно. Call of Duty Advanced Warfare. Ну, на русский акцент, с русским таким акцентом, конечно, сказал, но, может быть, не очень правильно. Ну, да ладно, я думаю, самим все ясно, во что мы играем. Ну, попробуем, по крайней мере. Так, загрузка почти завершена. Это наш первый шутер на канале. 1054 год. Чё, ясно. Барсук 01 на связи. Экипирован, прям как вообще, прям держитесь, как надо. Парни. Поехали. Как на учебе, Митчелл? Видимо, нас перебросили на какую-то точку. Увидимся там. На небесах, что ли? Космонавт, зона снижения под мощным обстрелом. Держись! Нет, Митчелл, закрой бронещиты! Давай! Давай, Митчелл, быстро! Нажимай, ёп! Митчелл, давай! Давай! Вроде пронесло. Меняю точку сброса. Вот дерьмо! Приготовились! Йо. Ты как, цел? Да, нормально. Митчелл, к двери. С ноги. Правильно, как еще? Понял. Группа не спать.
Черт! Так! Нам надо оказаться внизу на земле! Понял, сэр! Так, я надеюсь... Ну ладно, сейчас запишем. Я не знаю, звук нормально меня слышит? Ну, посмотрим. ПКМ. Ребят, дайте мне пострелять. С этой стороны есть место для высадки. Это пушки новые. Свободная обожаю площадка. В играх, когда много пушек. Придется разных. Прыгать. Всем это... приготовить бустеры. Не забудьте, контролируем снижение короткими выбросами. Вот это технология. Ты как? КП должен быть впереди. Это наши. Да ладно, бронебойный этот цветок, походу. А чё окно не разбивается? Детализация не включена. Ну, вроде нормально все. Привет, ребят. Чё, какой-то рост маленького? И мне кажется. Гений! Баклика к северо-западу, квадрат 775! Хорошо, выступаем! Отлично! Какой-то там квадрат 775. Вас понял. Всем дроны смотреть в оба! Чё так трясёт-то всё, а? Береги голову! Контакт! А как присесть? А дополнительное оружие есть? Да, пистолет включить такое. А что так трясет-то все? Давай башню сноси. Башню, блин. И попробуем. Нормально, что? Подбили. В башку, походу, зарядили ему. Да ладно, чё, всрал, что ли? Только играть начал, уже всрал. Ладно, больше не повторится. А мне же сказали ложиться, а я чё-то понял. Через стекло можно? А чё не... Ё-моё. Это чё такое я сделал? Подсвечивание какое-то. Простреливается, нет? Не, не простреливается. Ну-ка, что тут у нас было? Фига. Это еще такое. Круто. Ну-ка, давайте-ка. Бам. Офигеть. Лег. Кто-нибудь залезьте на эту турель! Сейчас залезем. Тут дверку можно, по-моему, да? Митчелл, давай на эту турель! Быстрее! Не хочу снова дохнуть. Не подпускай к нам дроны! Нужно время, чтобы зарядить Эми! Эми, девочка, кто это Эми? Пушка, наверное, какая-то. Заряд Эми 50%. Сколько же вас тут, а? Эми, заряд полный. Огонь! Ха-ха. Отличная, о, да, работа, боец. Хорош, пушка. Мейчел. Обожаю. Офигеть, круто. Надо пробиться через отель. Shift. К
круто, чё. Тут гранатки какие-то есть. А на чё я в тот раз нажал? А, это не это, все, знаю, знаю. Так, мне сказали нажать G. Значит, туда. Куда? А. Нет патрон, что ли? Ничего. А, перезаряд. А, нет, надо с патрончиками сходить. А, я видел там гранату. А, точнее, гранаты. Гранаты. Все, насобирал, я думаю, да? Ну, пушку потом, может, сменим. Она, в основном, для ближнего, я так понимаю, да? А, я не ту кнопочку нажимал. Я F нажимаю. Круто. А чё, их бесконечно, что ли? Куда ты? Ладно. Это был враг. Бам. 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 Нормально. Круто. Круто, круто, круто. Надо перебраться на ту сторону. Готовьте бустеры. Куда полетим? Живем только раз. Круто. Так, вот тут что-то. Чем проще на ящик забраться. Весь город разнесли. Хорош языком припасть. Блин. И то нажал. Ну, хоть это разбивается. Круто. Так. Блин, не успел прочитать, что там, чтобы при длительном. Чтобы что-то... Или просто... А, мне сказали, чтобы перелететь, просто... Установка Хейва прямо по курсу. К управлению нужно привыкнуть. Мы должны найти наших подрывников. Чувствительность, правда, я огромную какую-то поставил, по-моему. Ракеты на мышке вроде стоит. Северная чувствительность средняя такая. Дороги. Чтобы попасть в торговый район, нам надо как-то обойти этот провал. А для безопасного спуска, вот что мне, наверное, написали. Подрывник 1, это Борцук 01. Вы там? Прием! Вас понял. Принимаем. Идем пешком. Будем через 15. Классно, минут. Пушку вытаскивает. Понял. Поторопитесь, Барсук. Я думал, тут вообще небо все серое. Тут нормально, голубое небо. Так, куда идем-то? Дроны! Это дроны! Подождите-ка. А, у них тоже палить надо? Или нет, давайте вот так вот. Круто. Перезаряд. А чё, гранат, что ли, меня кинули, или чё? Упс, не ту гренку кинул. Чисто! Конечно, чисто, как же еще-то? Чисто, чисто. Через вагон! А как узнать, что я пополнил? Непонятно. Через вагон, так через вагон. Они пускают дым! Кидай сенсорную гранату! А, это кто? Корейцы, я слышу язык. Ванда! Чисто. Как он называет-то? Харакири. Так это китайцы, наверное, японцы точнее.
Давайте попробуем сменить. В принципе, та пушка тоже хорошая. Но обидно ее оставлять. Ну ладно, потом еще что-нибудь подберем. Так, что там еще, блин? Че встали, ребятки? Ребятки. Вот дерьмо. Эти твари всех убили. Не отвлекайся. Мы им уже не поможем. Да. Митчелл, открывай ворота. Куда палишь? Тут свои! Назовите себя! Спасатели из Атласа. Идем, важную персону. Как у нас дела на юге? Дерьмо. Давай в восточный туннель. Вас понял. Вперед! Удачи! За мной! Атлас! Уилл, это не твоего отца компания? А че вы пошли? Я там все зачистил. Снаряжение. Платят отлично. Почему ты сам не завербовался? Я хотел служить своей стране, а не своему папе. Хорош болтать. Впереди движение. Патруль. Кладем их.